Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, российская пара, добравшиеся до финала Гран-при великолепным образом. И здесь столкнувшиеся с некоторыми сложностями. Ну что ж, посмотрим, помешают ли им эти сложности добраться до пьедестала. Прежде всего хочу сказать, что вот наблюдая за этими спортсменами, я вижу безусловный прогресс от старта к старту. Мы видим, что ребята все больше и больше набирают эмоциональности, все больше и больше они вовлечены в то, что они делают, то, как они делают это все. К сожалению, да, было две ошибки. Одна ошибка у Димки на отъезде. Эх, Димка, Димка. Может делать фантастически, может делать классно. Что-то помешало. Сложно сказать, что. И в конце просто трагическая такая случайность. Настолько эмоции захлестывали, что просто столкнулись друг с другом. Ну вот давайте о положительных моментах. Сейчас были исполнены пивоты, шикарно, абсолютно правильно, в соответствии с правилами. Просто гениально. Молодцы. Вот если бы не эти две ошибки, то по степени вовлеченности в то, как они и что делают, они, безусловно, должны опережать на три головы те пары, которые откатались. Мамочка, папочка, все, кто смотрит, болеет. Всем привет, Зеленисоева. Кать, мы болеем очень, честно тебе могу сказать. Я практически нездоров уже. С первого движения было понятно, насколько они действительно сегодня эмоциональны и мощно взялись за дело. И настроем бороться, так, ну, терять-то нечего здесь в финале. Терять особо нечего, они правильно пошли. Вот знаешь, когда люди идут на разрыв аорты, вот как бы идут, вот они пошли, но что-то не сработало вот в этих двух местах. И вот сейчас посмотрим, насколько это что-то им помешает. Ибо еще раз повторю, что в компонентах программы они были великолепны. По сочетанию музыки и исполнительского мастерства, насколько они вкладывались в каждое движение. Прекрасная поддержка музыкально была исполнена, вращательная, со сложным входом. Элемент должен быть в плюсе. Но вот эти две ошибки, серьезная ошибка на твизлах, это очень серьезно. Это влияет и на уровень, и на GOE. И на компоненты. На компоненты не должна эта ошибка повлиять, ну, поскольку... как, а владение коньком разве skating skills не отражается? Ну, может быть, кто-то понизит. Все зависит от того, что насколько они возьмут базовую оценку. Да, сильно повлияло. Мы видим, что 6 баллов не добрали они. Вот очень, очень грустная техническая оценка. Видите, 27 баллов. Это очень-очень грустно. Очень грустно. Причем по компонентам у них оценка выше, чем у Хоффмана и у Вивер Поже, но по элементам